92-летняя женщина погибла в огне в частном доме в деревне Шамардан Сабинского района. Сообщение о происшествии поступило накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что горит дом по улице Комарова и что в нем может находиться пожилая женщина. К прибытию огнеборцев пламя уже успело охватить помещение целиком. Были риски, что огонь перекинется и на соседние постройки. Пожарным удалось потушить все за 45 минут. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшей. По предварительной версии, пожар произошел из-за неправильного пользования электрооборудованием.